История конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений начинается в нашем городе с 2006 года. С тех пор многие лидеры заявили о себе в республиканских и всероссийских конкурсах и завоевали победы. Сегодня они ведут за собой новые поколения лидеров. Конкурсные программы городского этапа всероссийского конкурса насыщенные. Ребята ожидают дискуссии, встречи, станционные игры. Все задания не похожи друг на друга, они очень разнообразны. Используются современные формы работы с детьми. Ну вот, например, одно из испытаний – это брифинг по социальному проектированию, когда экспертами являются жюри, бизнесмены нашего города, депутаты, и когда молодежи нужно будет отстоять в очень таком сжатом режиме, очень мобильно, в течение буквально 2-3 минут рассказывать о своих идеях, о своих задумках и получить от жюри рекомендации, успеть переработать это все и выдать новый продукт. За ходом конкурса наблюдает жюри, членом которого предстоит выбрать самого находчивого, решительного и талантливого молодого руководителя. В составе комиссии ветеран молодежного движения в городе Ольга Звягинцева. Она воспитала не одно поколение лидеров. По словам Ольги Анатольевны, в конкурсе собрались настоящие патриоты. Я уверена, что все эти люди неравнодушные люди. Люди с открытой душой, люди с большим сердцем, которым не все равно, что делается вокруг, которым не все равно, как живет его школа, его институт или колледж, как живет его город, как живет его республика, как живет наша страна. Конкурсные испытания начались уже на церемонии открытия форума, где каждый участник рассказал о своих ожиданиях от конкурса. Все они желают интересно провести время, найти побольше друзей и, конечно, не подвести молодежную организацию, которую они представляют, потому как на них лидеров возлагают надежды товарищи. Для меня быть лидером – это, наверное, уметь вести людей за собой, уметь собрать их всех вместе, выслушать каждого мнение, как-то все скомпоновать в одно целое, чтобы это не отдельное было все, а чтобы было все вместе. Быть лидером для меня, естественно, быть первым, вести за собой, не волноваться, когда есть какие-то проблемы, а искать их решение. Всего в конкурсе участвует 16 лидеров. Самому юному участнику 12 лет. Он представляет пионерское содружество 5-й школы. Наше содружество состоит из 362 человек, пионеров. Это содружество пионеров. Мы очень дружные, мы очень способные. Наш девиз – время строит будущее. Каким будем мы, таким будет будущее. Конкурс продлится 2 дня. Победители будут представлять наш город в республиканском этапе состязания. Айгуль Мухаметшина, Денис Тихонов, новости.